Добрый день, представляем вам вот это спортивные брючки. Качество 100, качество очень хорошее, вы знаете, плюс размеры. Итак, первые брючки размер L. Вот такая вот ткань у них, двухнитка, это петля, она в принципе неплохая, хорошая. Кармашки здесь тоже обработаны тканью синтетической, для того, чтобы это все не скатывалось. Итак, хорошая резиночка здесь, плюс утяжка есть. Посмотрите, внизу есть хорошая широкая резинка на щиколотке, чтобы когда вы занимались спортом, в принципе, это все не соскальзывало. Здесь есть принт вот такой вот HDH, по-моему, если я не ошибаюсь. Этот вот, они все костюмы, все штанишки, они новые абсолютно в упаковке. Просто мы вам достали показать. Итак, сзади они выглядят вот так вот, абсолютно свободно они выглядят, спокойно, не в обтяжку. Вообще, в принципе, все костюмные такие спортивные штанишки, они делаются из смесевой ткани. То есть здесь есть хлопок, есть добавление синтетики для того, чтобы во время занятий спорта не вытягивалось. Размерный ряд вообще шикарный абсолютно, то есть начинается 5XL, 4XL. 3XL, 2XL, XL и L. Понимаете, просто одеть можно действительно всю семью. То есть не заморачиваясь, купили целый лотик и всех надели. Единственное, знаете, что мы заметили, ростовка соответствует, немножечко мало мерят штанишки. Вот здесь написано L, но по сути это вот ну M-очка. M-очка, либо такая полномерная S-ка. То есть, ну вот... Это, в принципе, фабричный Китай. Ну, видимо, китайцы не совсем понимают русскую душу, русский размер, поэтому получаются вот такие небольшие накладки. Штанишки различаются, их несколько в размерном ряду, но они различаются по внешнему виду. Здесь точно так же, у нас двухнитка идет, петля. Вот такой вот хорошая, прямо хорошая резиночка, утяжка. С карманами. Карманы, кстати, достаточно глубокие. Посмотрите, вот прямо целая ладонь уходит с лайбочкой. Здесь немножко другой фасон. Здесь более тонкая резинка, но тем не менее, кто-то и не любит широкую резинку. Они прямо, посмотрите, легкие. Достаточно хорошо для того, чтобы заниматься спортом зимой. Ой, зимой, простите, летом. Видимо, хочется летом не очень сильно. Итак, здесь размерный ряд тоже очень хороший, шикарный. Посмотрите, 5XL. А второй размер 5XL, здесь у нас 4XL, 2XL, XL и L. Тоже шикарный размерный ряд, прямо замечательный. Единственное, здесь тоже чуть-чуть они маломерят. То есть, вот, ну, не 5XL, а, допустим, ну, 2 или 3XL. Вот так вот. То есть, понимаете, как бы, видимо, либо это лекала какие-то у них немножечко другие, нежели у нас. Но ткань на самом деле приятная. Это смесивая такая ткань, она специально для спортивных штанов. Следующие штанишки такой, вот здесь вот мишка очень симпатичный. Блин, на этих штанах тоже спортивные штаны, они получаются. Также нитка двухрядка, плюсом петля здесь. Здесь они все с этикеточкой, хорошая резиночка, прямо очень с утяжкой. Внизу здесь, посмотрите, вот здесь вот другой дизайн, здесь они идут без резинки. То есть, ну и такое бывает тоже, как бы люди любят некоторые заниматься вот так вот, чтобы все было спокойно. Итак, здесь размерный ряд у нас идет L, XL, 2XL, 3XL, 4XL и 5XL. Но на самом деле размеры шикарные. Вот представлено, единственное, здесь какое-то вот, вот лекало немножечко не под нас, потому что они тоже мало мерят, здесь вот тоже M-очка. По факту, ну, вы знаете, на мальчиков, по сути, на мальчиков это будет самое то, потому что мальчишки же они высокие, худенькие, и подобрать действительно подходящие по размеру штаны бывает сложно, поэтому вот как-то так, на подростковый, летом для прогулок, для занятий. Так, следующий у нас фасон штанишки, это размер L, здесь также нитка двухрядка, петелька идет, хорошая прямо резиночка, глубокие здесь карманы. Внизу тоже идет резинка, она небольшая, она тонкая, плюсом они очень приятные, очень тонкие, ну такие достаточно тоненькие. И размерный ряд у них L, XL, 2XL, 3XL, 4XL,
5 Excel, и плюс еще одни штанишки, это 3 Excel. То есть посмотрите, вы действительно просто шикарно, за один раз вы покупаете абсолютно все размеры. Очень удобно, если вот для прямо для молодежи, ну и худенькие мужчины у нас тоже здесь встречаются, никуда от этого не деться. Они, бедолаги, прямо вообще не могут найти. Здесь прям, посмотрите, вот здесь вот элечка. Вот прямо лекал, они молодцы сделали. Также здесь нитка, двухрядка, петелька. Все штанишки, еще раз повторяю, новые, на резиночке. Здесь у нас кармашки, прям хорошие, глубокие кармашки. Внизу широкая резиночка, будет удобно. Они все свободные. Размерный ряд здесь тоже хороший. Итак, здесь у нас, сейчас секундочку найду вам. Здесь L, 4XL, 3XL, 2XL и XL. Тоже очень хороший размерный ряд. Вот здесь вот прямо, в принципе, по лекалу они идут. Очень удобно, очень хорошо. Это фабричный Китай, еще раз повторяю. Все подробности об этом боте можно посмотреть под видео. Спасибо.